Всем привет, друзья! С вами канал Обзорник. Если кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Сегодня хочу представить вам наушники от компании Harper HB212. Это Bluetooth наушники с микрофоном, которые еще при этом могут складываться. Очень удобно и компактно. Давайте начнем, как всегда, с сухих цифр. Наушник версия Bluetooth 4.0. Эффект радиуса действия заявлен 10 метров. Время воспроизведения около 5 часов. Заряжаются данные наушники 2 часа. Частота диапазона от 20 ГГц до 200 кГц. Поддерживают, значит, карты TF до 32 гигов. Зарядка от 5 вольт. По комплектации, значит, идет у нас шнур мини-USB и обычный ауксовский шнур, который превращает их в обычные проводные наушники. Я их протестил, послушал, с ними теперь бегаю и подключаю их к телевизору. По звучанию наушники прекрасные, в своем сегменте наушники, мне кажется, лучшие за такую цену. Давайте посмотрим, как выглядят сами наушники. Значит, сверху мы видим разъем под карту памяти. Читают, как я уже говорил, до 32 гигов карту. Единственное, что нужно поплотнее вставить. Сейчас покажу. У меня стоит на 4 гига. Без всяких проблем сразу SD-шка зашла. Единственное, что вот каждый раз, когда доставать, приходится вот посильнее нажать и утопить. Дальше у нас идет зарядка для мини-USB. Единственное, что люди пишут, что не очень удобно, разъем ломается у них каким-то образом. Я заряжаю без всяких проблем. Единственное, да, аккуратно, конечно, вставлять. Дальше у нас идут, значит, сверху кнопка переключения с Bluetooth режима на радио. Здесь идет у нас кнопка play, либо включение ответа на звонок телефона. Здесь микрофон. Через микрофон, кстати, прекрасно все слышно. Разговаривает достаточно комфортно в этих наушниках. Ну и режимы переключения вперед-назад. И при длительном удерживании кнопки добавление либо уменьшение громкости воспроизведения. И внизу кнопочка включения. Все очень просто. Значит, при нажатии 3 секунд загорается датчик. Сообщается вам, что наушники включены. Единственное, что вы видели, что у меня была проблема, это когда подключен ауксовский шнур, сообщает вам, что наушники включить нельзя. То есть включить их можно только, когда шнур отключен. Это значит на максимальной громкости. Но когда на самом деле одеваете на голову, наушники шумом своим не мешают посторонним людям. На голове наушники сидят плотно, хорошо. Претензий к ним нету. При беге я особо их не чувствую. Очень доволен наушниками. Единственное, теперь скажу, что есть пару недочетов, которые необходимо отметить. Первый недочет, когда заканчивается заряд у батарейки, наушники вам сообщают об этом. Но они сообщают, ребят, так назойливо это. Писк появляется каждый, не знаю, мне кажется, 20 секунд. И в конце концов, ты их просто снимаешь, и не дожидаясь, что они вообще просто обрубятся. И второе, что мне не понравилось, это то, когда вы подключились к какому-либо устройству, каждый раз вам необходимо будет выйти с этого устройства, по Bluetooth имеется в виду, так как если вы этого не сделаете, при включении режима наушников в режим Bluetooth, он постоянно будет вас соединять с последним устройством, с которым вы законнектились. Вот, что тоже не совсем всегда удобно, но вот эти два нюанса немножко придают некий дискомфорт. Но соотношение цены и качества, мне кажется, идеальное, поэтому в целом я наушниками доволен. Рекомендую, если кто-то ищет наушники там до 2000 рублей, чтобы они были еще и Bluetooth, и были отдельно полноценным плеером, имели радио, и можно было разговаривать еще и по телефону в них, то
то вот это вам, ребят, реально идеальный вариант. Никакая не реклама. Наушники, еще раз повторю, называются Harper HB212. Имеют ряд цветов. Мне они достались вообще за 200 рублей, так как у меня были кое-какие бонусы на карте, и я в магазине купил их. Если найду какую-то ссылочку на них, обязательно оставлю в описании под видео. Если же ссылку не найду, вот еще посмотрите, как они выглядят, то постараюсь найти где-нибудь что-нибудь подобное и оставить ссылку. От себя скажу, что я лично рекомендую эти наушники. Очень удобные и функциональные. Честно, был приятно удивлен. А на этом у меня, друзья, все. Если кто-то еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Это меня мотивирует. Оставляйте лайки под видео. Оставляйте комментарии. Делитесь своими впечатлениями. Делайте замечания. Роликов буду стараться выпускать больше. Решил все-таки я заняться этим каналом. Буду стараться улучшать свой контент. Строго не судите. Огромное вам спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока.